الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Bütün kalemlerinin terbiyeçisi bulgan Rabbimiz Allah. Allah subhanahu ve teala'ya barça maktavlarımız, barça hamid senelerimiz bulga idi. Söyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge gönüllerimizin türünden çıkan salavat şerifelerimiz bulga idi. Elhamdülillah Rabbim Allah subhanahu ve teala barça bizga da bugün nasip etti. İzgi cumga gününde, izgi Bulgar yerinde cumga namazına şu ak meşit kekilirge. Rabbim Allah subhanahu ve teala iki cumga arasında bulgan hata kimçiliklerimizin afu itkeydi. Gönüllerimizge tanışlık salgaydı. Kaliplerimizdagi imanlarımızını arttırgaydı. Дорогие мои братья, позвольте всех поприветствовать мусульманским приветствием, пожелать вам мира, добра и благополучия. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Основополагающий хадис нашей религии – это хадис, где говорится об исламе, имане и ихсане. Джабраиль, алейхиссалям, пришел к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, который в окружении своих сахабов, сподвижников, рады Аллаху анхум, сидели однажды. И Джабраиль, алейхиссалям, спросил: «О Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, расскажи мне об исламе». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Суть ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха». Первый, самый главный столб ислама, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Чтобы ты выстаивал намаз, выплачивал закят, ураза держал в Рамадане и совершил хадж, паломничество к дому, если сумеешь сделать это. Дорогие мои братья, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит нам о том, что начало – это «Ля илляха илляллах Мухаммад Расулюллах». Нет божества, нет Бога, нет объекта поклонения, благодарности, кроме как Аллах, субханаху ва тааля. Аллах тааля на первом и главном месте. Я хочу обратить ваше внимание сегодня, в это благословенное время, что остальные четыре столпа ислама – намаз, закят, ураза и хадж – ничто иное, как доказательство того, что нет божества, кроме Аллаха. Намаз. Обычно наши мусульмане, когда мы напоминаем им об намазе, говорят, что брат, сестра, надо намаз читать, пятикратный обязательный намаз, это обязательство. Что они говорят в ответ? Времени нет. Брат, сестра, надо закят отдавать. Что говорят в ответ? Самому не хватает, денег нет. Брат, сестра, надо ураза в Рамадане держать. Что говорят в ответ? Здоровье не позволяет, я не могу. Вот это слово, не могу. Не могу, то есть обуздать свои страсти. Кушать хочется, есть хочется.
брат, сестра, имеешь возможность, надо хадж совершить. Что говорят в ответ? Говорят в ответ, в основном они не говорят это, они внутри и об этом думают, как я уеду, оставлю свою семью, своих детей, своих родных, близких, а вдруг я не вернусь. Вон по телевизору сколько говорят, сколько там люди убивают, умирают, столпотворение. Так вот, братья мои, время, деньги, нафес, я не могу, и родные, близкие, Аллах субханаху ва тааля через эти столпы ислама хочет нам сказать, что над Аллах, ля иляха илляллах, ничего и никого не должно быть. Если ты говоришь «Ля Иляха Илляллах», значит, ты должен Аллаха Тааля ставить на приоритетом, на больше уровень, чем твое время, или твои деньги, или твой нафес, или твои родственники. Те, которые говорят про вакет, что времени нету. А время так Аллах Тааля создал, сотворил. Мы живем свое определенное время, и каждому из нас Аллах субханаху ва тааля предустановил уже в чреве матери, сколько мы будем жить. До последней секунды, до последнего вздоха. Время – это наше богатство. Время – это самый главный наш ресурс. Аллах Тааля дал нам для того, чтобы мы его правильно использовали. Сколько хадисов пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, на эту тему? «Ихтаним хамсен кабля хамсин» – «Используй пять вещей, пока не придут следующие пять». «Свою молодость, пока не состаришься». Имущество, деньги, пока у тебя их не будет. Здоровье, пока не станешь больным. Время, пока у тебя этого времени не будет. Свободного имеется в виду. Фарахак. И жизнь в целом, пока не умрешь. Так вот, время, дорогие мои братья, это Аллахом Тааля созданное для того, чтобы мы использовали его во благо. Поэтому не время, не деньги. Все мы любим деньги и хотим, чтобы их было много. Но Аллах Тааля хочет, чтобы ты был над своим имуществом. Не нафис, я не могу роза держать, потому что не могу, я хочу кушать. Аллах Тааля хочет, если ты произнес «Ля Иляха Илляллах», значит быть над нафсом. Или родственников, детей мы очень любим, родных, близких любим. Ради Аллаха Тааля, если ты произнешь «Ля Иляха Илляллах», значит даже они должны быть после Аллаха Тааля, после пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, «Ля Иляха Илляллах Мухаммад Расулюллах». А иначе, если кто-то говорит, нету времени читать намаз, или нету денег, чтобы закят давать, имеет возможность, или имеет здоровье, не держит ураза, или не совершает хадж, дорогие мои братья, уважаемые сестры, запомните, пожалуйста, если кто-то из нас ставит свое время, свои деньги, свой нафес и своих близких над Аллахом, приоритетом, Аллах Тааля, возможно, этим его и будет наказывать. Деньгами, временем, самим собой нафис, или же теми родными, близкими, которых он так не хотел оставлять. В это благословенное время я прошу Аллаха субханаху ва тааля, чтобы Аллах тааля увеличил наш иман,
нашу убежденность, что нету божества, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Я прошу Аллаха Тааля в это благословенное время осознание того, что мы знаем. Знаем мы много. Осознать то, что над «Ля Иляха Илляллах» Аллахом Субханаху ва Тааля ничто и никто не должно быть. Я прошу Аллаха Тааля, чтобы Аллах Тааля вселил спокойствие в наши сердца, чтобы Аллах Тааля благословил нас, наши семьи, наших детей, и чтобы в этой земной жизни быть истинным творением, рабом Аллаха Субханаху ва Тааля. Барак Аллаху лена ва лякум фил Кур'ани л-Азим, ва нафа'ана ва ияком бил аяти ва зикри л-Хаким, иннаху самиу дуа. Дуа делайте, просите прощения у Аллаха. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زدنا علما اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واهدي من خذل الدين عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن الثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وأقموا الصلاة.